Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Ну, с рубрика «Пельмени». Сегодня у нас на обзоре пельмени суздальские. Вот такая вот упаковочка симпатичная. 600 грамм, приобретались они за 182 рубля в магазине «Ярч». Вот такая средняя цена за 600 грамм. Давайте разбираться. Такой вот повар нарисован. Тоньше тесто, больше мяса. Итак, что мы имеем? Оптимальный размер. Изготовитель у нас Владимирская область, село Новое. Изготавливает у нас ИП Басянок Наталья Александровна. Так, значит, на 100 грамм продукт у нас не менее 13 грамм белка, не более 25 грамм жиров, 18 грамм углеводов и 245 килокалорий. То есть такая средняя калорийность. Категория Б у пельмешек. Встав на склад следующий: говядина, свинина, лук, соль, перец, мука, яйцо, соль и сахар. Состав весьма хороший, такой классический, я бы сказал. А варить их причем 10 минут. Ну что, давайте посмотрим, как они выглядят, и будем готовить. Пельмешки у нас такие небольшие. Не мини, конечно, но меньше среднего. Кто-то такие любит, я люблю побольше, но в принципе неплохо. Они еще должны чуть развариться. Выглядят хорошо. Погнали варить. Увидимся на дегустации. Ну что, ребята, пельмешки пахнут приятно. Это уже хорошо. Значит, фарш не протухший. Вот так вот они выглядят. Увидимся уже на дегустации. Погнали. Ну что, ребята, все готово. Выглядит и пахнет очень неплохо. Добавил просто немножко перчика и масла сливочного. Да, какие-то пельмешки, конечно, разварились. Вот. Но все-таки варили 10 минут. Может быть и перебор, но по инструкции написано 10 минут. Лучше, конечно, чуть переварить, чем не доварить. Мясо все-таки сырое, еще и свинина. Давайте пробовать. Неплохо, неплохо. Мягкая начиночка, нежная. По текстуре хорошая. Тесто тоненькое. К сожалению, оно из-за этого распадается. Но тем не менее тесто приятное. Ну, пока что приятная позиция, такие мягкие пельмешки. Вкусные, не вонючие, начинка хорошая. Первое впечатление очень приятное. Что, ребята, примерно ну третий пельмешек съел. Очень вкусные, реально приятные впечатления, хорошая начинка. Приятный вкусный фарш на вкус. Хорошая консистенция, нет костей и жилок. Вот, тесто мягонькое, то есть пока все замечательно. Очень неплохие пельмешки, вкусненькие, приятные по консистенции. Ну что, практически доел, в общем-то продукт мне понравился, очень неплохой. Я поставлю ему твердую четверку, можно брать. Нормальная средняя цена, по вкусу весьма вкусненький, хороший состав, не жирный, не вонючий, хорошая консистенция, поэтому все замечательно. Не скажу, что вау на 5 баллов, но на твердую четверку однозначно. Поэтому берите, не пожалеете. 4 балла из 5. Достойный вариант. До новых встреч.